Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня нам очень понадобится ваша помощь. Мы сегодня будем собирать наш великопостный цветок. Итак, ребята, посмотрите, у нас готовы все 7 лепестков нашего цветка. И это первая неделя торжества православия. Второй лепесток святителя Григория Паламы. Третья неделя христопоклонная. Четвертая преподобного Иоанна Лествичника. Пятая неделя Великого Поста преподобной Марии Египетской. Шестая неделя вход Господень в Иерусалим. И страстная седмица Пасха Христова. Проверили? Все лепестки готовы. Начинаем собирать. Нам нужно для этого будет вот такой вот инструмент. И вот поэтому, уважаемые взрослые, нам и понадобится ваша помощь, потому что инструмент острый. И желательно, чтобы ребята все-таки как бы его в руки пока и не брали. У меня есть, вот посмотрите, вот такие вот интересные. Ну, я даже не знаю, как гвоздики в виде цветочков. Но называются они братцы. Я не знаю, почему так, но вот так вот они называются. Как они работают, я покажу вам чуть позже. Но у тех, у кого их нет, это совершенно не обязательно. Мы с вами справимся и без братца. Нужен будет вот такой вот кусочек резиночки. Обычная резиночка, которой мы стираем карандашик, и самая обыкновенная кнопочка. Я уже когда-то вам показывала, как можно с помощью вот этих двух элементов скрепить то, что нам нужно. Итак, начнем. Мы будем складывать, вот смотрите, наши лепестки по очереди. Первая неделя. Сверху мы накладываем вторую неделю, третью, четвертую, вот так, аккуратненько, нам нужно обязательно все вот эти вот кончики совместить, и вот сейчас, наверное, можно уже немножечко сделать дырочку, потому что, ну, так будет легче чуть-чуть. И вот посмотрите, вот почему я просила вас оставлять свободный уголочек, ничем его не заклеивать и не перекрывать, потому что здесь и будет наша точка крепления. Вот теперь аккуратненько. Ну, я думаю, взрослые знают, как работать шилом. Но вы знаете, если даже у кого-то нет шила, ведь можно абсолютно все это заменить. Можно взять большую иглу, цыганку, можно даже кончиком ножниц. Но я сделаю это вот так. Все, видите, у меня готова дырочка. Теперь я вот так вот прикладываю сверху пятый наш лепесточек. Видите, вот так. Совмещаю, обязательно совмещаю все наши вот эти вот уголочки. Шестой листочек. И последний, седьмой. Вот так. И теперь я просто переверну, чтобы знать, где же моя дырочка. Вот так. И сделаю дырочку вот так вот в остальных лепестках. Вот, видите, все очень быстро получилось. Значит, большая дырочка нам не нужна. Вот так. И теперь посмотрите.
Я возьму желтенький, наверное, чтобы его было видно. Вот видите, вот такой, он похож на гвоздик, я уже говорила. Нам нужно вот так вот продеть в нашу дырочку. Нужно такую, которая нам подойдет. Вот посмотрите. Я просто вот так вот вставила наш гвоздичек вот так. Теперь переворачиваю. И вот посмотрите, как он работает. Видите, здесь два таких вот усика как будто бы. Мы просто их загинаем вот так. Один в одну сторону, другой в другую. Вот видите? Теперь я переворачиваю. И мы с вами пробуем, получилось у нас или нет. И вот посмотрите. Вот первый лепесток, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. У нас все с вами получилось. Посмотрите, ребята. Видите? Ведь действительно получился замечательный цветок. Сейчас я даже постараюсь его поднять. Я думаю, что все это будет очень реально и возможно. Вот, посмотрите. Наша с вами работа. Мы трудились весь пост. Но я думаю, что все вы останетесь довольны нашей работой. Но вот теперь я вам еще скажу, как скреплять наш цветочек. Если нет ни у кого братцев или у кого-то нет братцев, нам нужно просто сделать такую же дырочку и вместо вот этого братца вставить кнопочку. А на тыльной стороне вот так вот, просто кнопочку, видите, вот, одеть на кусочек резиночки. Принцип точно такой же, но все намного проще. Ну что, ребята, я очень довольна нашей работой. И я довольна тем, что, ну, я почти уверена, что вам тоже все очень понравилось. До новых встреч! И с праздником вас! С большим светлым праздником Пасхи Христовой! До свидания!